Okay, we're ready to continue. Мы готовы продолжить. We are on the sixth lesson now in our series on the Holy Spirit. Сейчас это наш шестой урок по теме нашего Духа Святого. And the title of this lesson is a question: Does He speak in tongues? И название этого урока: Говорит ли Он на языках? So, let's remember in the early 1900s, there was a great revival in Los Angeles, California. Как вы помните, в начале прошлого века было великое пробуждение в Калифорнии. About the year 1906 in Azusa Street. Где-то в шестом году, 1906 на Azusa Street. And the Holy Spirit was poured out upon the believers there. И было излияние Духа Святого на верующих. And they received the gift of speaking in tongues. Они получили дар говорения на языках. I think tongues had kind of disappeared from the church for several hundred years. Кажется, что языки исчезли из церкви, может, на несколько столетий. So the Holy Spirit was doing a special work. И Дух Святой делал особенную работу. And these people spoke in tongues. И эти люди говорили на языках. It was a little controversial. Это было немного противоречиво. So these people studied the Bible. Потому эти они изучили Библию. And saw that most of the times in the Bible when people were filled with the Holy Spirit, they spoke in tongues. Увидели, что часто, когда люди исполнялись Духом Святым, они говорили на языках. But there began to be a debate and an argumentative spirit about this. Но начали происходить дебаты и аргументы против этого. Some people accepted it. Некоторые люди приняли это. And other people thought it was wrong. Другие думали, что это неправильно. Perhaps even caused by an evil spirit. И иногда даже причина чего могло быть, думали злые духи. And these people at Azusa Street believed it was the initial evidence of receiving the Holy Spirit. The foundational speaking evidence. In tongues. И те люди с Азуза Стрит верили, что говорение на языках является основным свидетельством того, что есть крещение Духом. Now, I don't like to use the word evidence. Является доказательством. Мне не нравится слово доказательство. Because of the argument that it causes. Из-за тех аргументов, дебатов, которым это приводит. I do believe that God desires every believer to speak in tongues. Я верю, что Бог хочет, чтобы каждый верующий говорил на языках. And I do believe that most of the times in the New Testament, when the Holy Spirit was poured out, people spoke in tongues. Что в большинстве случаев, когда было излияние Духа на верующих первых самых, то было говорение на языках. But it's not something that's mandatory. Но это не является чем-то обязательным. And it's not something you have to do. И это не является чем-то, что нужно, обязаны делать. It's something that God desires to give us. Это что-то, что Бог желает дать нам. Because it's such a blessing to us. Потому что это является благословением для нас. So I'd like to make a few points about speaking in tongues. Я хочу несколько таких моментов сказать о говорении языками. First of all, it is scriptural. It's in the Bible. Во-первых, это по Писанию, это из Библии. 1 Corinthians 14:2. 1 Коринфянам 14:2. He who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Кто говорит на незнаком языке, говорит не людям, а Богу. For no one understands him. Потому что никто не понимает его. However, in the spirit he speaks mysteries. Он тайно говорит духом. So obviously we find it several places in the Bible. Поэтому очевидно, мы находим это в нескольких местах Библии. So it is scriptural. Поэтому это по Писанию говорить языками. Not just to men, не только but людям, to God. Но Богу.
He does not speak to men, but to God. Он не говорит людям, говорит не людям, а Богу. Read verses 14 through 17 again, please. Стихи 14-17. Ибо когда я молюсь на незнаком языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь же благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. So here Paul is giving us an illustration that we have a private use of tongues. И здесь Павел проводит иллюстрацию, что нашего личного приватного применения дара языков. And when we pray in tongues by ourselves. И когда мы молимся языками сами находясь. He says, "My spirit prays." Он говорит, мой дух молится. So there are two main uses of tongues. Потому есть два основных использования языков. One is a public message to people from God, like in church. Первое это как публичное послание для людей в церкви. And in that instance, it needs to be interpreted. В том случае должно быть истолкование. But I think the more common use of tongues. Я думаю, что более привычное использование языков. Is in your own private use. Ваша личная молитва. And it's sometimes called a prayer language. Называют это молитвенный язык. And Paul says it's your spirit praying to God. И Павел говорит, это ваш дух молится Богу. And he says you're giving thanks very well. И Павел говорит, очень хорошо вы благодарите. So that's a good thing. Поэтому это хорошо. To pray in tongues and to give thanks to God. Молиться языками и благодарить Бога. Again, Paul said, "I speak in tongues more than all of you." И как Павел говорил, я больше всех вас говорю языками. And Paul was a great man of God. И Павел был великим мужем Бога. With great revelation. С великими откровениями. So we should pray out loud with understanding. Потому нам следует молиться вслух с пониманием. And we should pray with the Spirit. И также молиться духом. We should sing with our understanding. Мы должны петь нашим умом. And we should sing in the Spirit. И петь духом. So for you that means pray in Russian. Для вас это означает молиться на русском. And pray privately in tongues. И молиться лично на языках. Where your spirit is praying. Когда ваш дух молится. And sing out loud in public in Russian in your language. Также пойте публично вслух на вашем языке. And also sing in tongues, and this would be privately. И также пойте на языках, и это было бы приватно. And Paul says it's your spirit that's praying or singing. И Павел говорит, это ваш дух поет либо молится. So it is scriptural, it's in the Bible. Поэтому это по Писанию, это есть в Библии. The second point I want to make about tongues. Второй момент в отношении языков. It is a benefit. Это преимущество. It helps us. Это помогает нам. It edifies us and it builds us up. Она назидает нас, созидает нас. In Ephesians chapter 6, Paul talks about the armor of God. В Ефесянам 6 главе Павел говорит о всеоружии Божьем. And he says, "Put on every piece of the armor of God." И он говорит, оденьте каждую часть этого всеоружия. And I'm sure you know all these different pieces of armor very well. Я уверен, что вы знаете каждый из этих видов оружия. You put truth around your waist. Вы одеваете истину вокруг вашего пояса, на пояс. The breastplate of righteousness. Затем щит праведности. And the gospel of peace on your feet. Также Евангелие, обувь благовестника на ноги. And faith is a shield. И вера это щит. And a helmet of salvation. И шлем спасения. And the sword of the spirit.
и меч духа, which is the word of God. Что есть слово Бога. And then the very last armor he names. Самый последний вид оружия, которое он перечисляет. He says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Всегда молясь всякой молитвой и прошением духом. So praying in the Spirit is part of our spiritual armor. Поэтому молитва духом является частью нашего всеоружия. It's part of the armor of God. Часть Божьего всеоружия. And we need every piece of this armor. И мы нуждаемся в каждой части этого всеоружия. Let's look at the book of Jude, verse 20. Книга Иуды, послание Иуды, 20 стих. It's right before Revelation. A very short book. Очень короткая книга. And in verse 20. 20 стих. Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Okay, Paul says to build yourself up. Назидайте себя. By praying in the Holy Spirit. Молясь Духом Святым. So he is saying praying in tongues, that is praying in your with your spirit. Он говорит, молиться языками, молиться духом. Edifies you or builds you up. Это созидает вас. So, this is something we all should do. Это что-то, что все мы должны делать. We all need to be strengthened. Все мы нуждаемся в силе. We all need to be built up. Все мы нуждаемся в том, чтобы быть назидаемы. So, the first thing you get up in the morning. Первое, что вы делаете утром. You should pray in the Spirit. Должны молиться духом. While you're driving your car. Пока вы едете в машине. While you're walking down the street. Или идете по улице. You can pray in the Spirit. Вы можете молиться духом. And you can strengthen yourself. Вы можете укрепить себя. And build yourself up. И созидать себя. Whenever I'm going to minister somewhere. Когда я еду куда-то служить. I speak in tongues. Я молюсь языками. I pray in the Spirit. Я молюсь духом. And it's like we say in English, priming the pump. Again? Можно сказать, when you have a pump to pump up water from a well, воду. You have to pour a little water in to prime the pump, we say. Anyway, let's forget that. It begins to get the Holy Spirit flowing in my heart. Можно сказать, это как тот насос, которым качает вручную воду из-под земли. Это толчок для движения духа внутри меня. And I begin to feel the Holy Spirit moving in my heart. И начинаю чувствовать, как Дух Святой движется в моем сердце. And I begin to feel the anointing of the Lord to come upon me. Также начинаю чувствовать помазание Господа, сходящее на меня. So praying in the Spirit builds us up. Поэтому молитва языками созидает нас. It strengthens us. Укрепляет нас. And it's like it causes the Holy Spirit to flow through us in greater measure. И так что Дух Святой течет в нас в высшей мере. Do you think there's anyone that would say, "Oh, I'm as built up as I need to be"? Встречали ли вы кого-то, знаете ли вы кого-то, кто бы сказал, что я думаю, что в достаточной мере уже такой сильный, уже укрепленный? No, we can all use more building up. Нет, мы всегда еще больше можем становиться we сильными. We all need to be stronger. Более сильными. Perhaps you're going through a storm or a difficult time. Возможно, вы проходите шторм, трудные времена. You need to be built up. И вам нужно быть назидаемым. So praying in the Spirit will do this. И поэтому молитва духом сделает это. The third point I want to make about tongues. Третий момент в отношении молитвы языками. It's a choice. Это есть выбор. We can choose to pray in tongues. Мы можем сделать решение, принять решение молиться языками. I'd like to read a verse in James. Я бы хотел прочитать стих из Иакова. Chapter 3, verses 6 through 8. 3, 6, 8. This is a scripture that talks about the tongue.
Язык огонь, прекраса неправда. Язык в таковом положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Okay, so the tongue can be a pretty evil thing at times. Потому иногда язык может быть очень злым. It can be unruly and hard to control. Неуправляемым. It can cause evil to come out of our mouth. Из него зло выходит из нас. Remember, Jesus said, "It's what comes out of your mouth that defiles you." Как Иисус говорил, что выходит из уст оскверняет. By the words we speak. Словами мы говорим. And we can cut people with our tongue. Можем порезать людей своим языком. When we speak harsh words. Когда говорим жестокие слова. So the tongue can be poisonous and defile. Потому язык может быть ядовитым и оскверненным. And it sets things on fire. И воспаляет все, зажигает. So these things ought not to be so. И это не должно быть так. We need to control the tongue. Мы должны контролировать язык. And we need to yield our tongue to the Lord. И мы должны дать наш язык Богу. Our tongue needs to be controlled by and yielded to the Holy Spirit. Наш язык должен быть отдан Духом Святым, должен быть им управляем. And if we can control our tongue, we can control our whole body. И если можем контролировать наш язык, можем контролировать все тело. Now some people think that when the Holy Spirit comes upon you, you become out of control. Некоторые люди думают, что когда Дух Святой сходит на вас, то вы выходите из-под контроля. And they're afraid of the gift of tongues. И они боятся дара языков. Because they think, well, what if I'm in the store buying something? Потому что они думают, что если я в магазине что-то покупать буду? And the Holy Spirit comes on me. И Дух Святой сходит на меня. And I lose control. Я потеряю контроль. And just start babbling in tongues. И начну что-то говорить языками. Everybody will think I'm crazy. Все подумают, что я сумасшедший. That doesn't happen. Это не происходит. The Holy Spirit is a gentleman. Дух Святой джентльмен. And we are in control of what happens. И мы управляем, контролируем то, что происходит. Paul says when he prays in tongues, it's his spirit that prays. Как Павел говорил, когда молюсь языками, дух мой молится. And we can control this. И мы можем это контролировать. We don't lose control. Мы не теряем управление. We can decide if we're going to pray in the spirit. Мы можем решить, будем ли мы молиться духом. We can decide when we pray in the Spirit. Также решить, когда будем молиться Духом. And we decide how much, how long we pray in the Spirit. Также можем решить, как много будем молиться Духом. It's a choice. Это решение, это выбор. So, this is a great blessing. Потому это большое благословение. That God wants every believer to have. Который Бог хочет для каждого верующего. Потому что это созидает нас духовно. So we do it by faith. Поэтому мы делаем это верой. Just like we do everything else in the Christian life. Как и все остальное мы делаем в христианской жизни. We receive Jesus by faith. Мы принимаем Иисуса верой. We confessed our sins. Мы исповедуем наши грехи, принимая кровь Иисуса верой. Мы молимся о принятии Духа Святого верой. Мы открываем свои уста и молимся Духом верой. Это дар Божий. That God wants to bless us with. Которым Бог хочет благословить нас. Let's look at Luke chapter 11. Луки 11.
And we'll read verses 11 through 13. Luke 11, 11 through 13. And Jesus is giving a parable here. Здесь Иисус рассказывает притчу. Okay, go ahead. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Jesus said, if your earthly father knows how to give you good gifts, если ваш небесный отец знает, как давать благие дары, how much more will your heavenly father give you good gifts? То насколько больше небесный отец даст дары. And then he specifically says, the father will give you the Holy Spirit if you ask him. И затем в частности говорит, даст Духа Святого отец у просящему него. So if you ask the Father for the Holy Spirit, потому если вы просите у Отца Духа Святого, He will give you the Holy Spirit. Он даст вам Дух Святой. And we don't need to be afraid of any gift from God. И нам не следует бояться любого дара от Бога. Now I want to give you some examples that show you it's a choice. И хочу привести примеры, которые покажут вам, что это выбор. It's a choice to pray in the Spirit. Это выбор молиться Духом. Let's suppose in your church they're taking up the offering. Допустим, представим, в церкви собирают пожертвования. How do you do it here? Do you pass like an offering plate? No, it just stands. It just there's this box in the back. Standing in one place and. Okay. Good. Not passing. All right. So let's suppose you're about to leave the church. Допустим, представим, что вы только уходите из церкви. And you're walking by this box. И вы проходите мимо where people give their offering. Этой коробки, цдаки, куда кладут приношения. And $100 bill just pops out of your pocket and goes into that box. И тут внезапно выскакивает из вашего кошелька $100 купюра и прыгает в эту коробку. And you say, oh! I have the gift of giving. И вы говорите, о, у меня дар даяния, даятеля. Is that the way it happens? Это так происходит? Huh? Или нет? No, you have the choice. Нет, за вами стоит выбор. You have to reach into your pocket. Нужно руку засунуть в карман. Take out the money. Достать деньги. And put it in the box. И опустить в коробку. And that's the same way it works. With praying in the Spirit. Тоже можно сказать и о молитве Духом. You choose to do it. Вы решаете, делать ли это. So, you can pray in the Spirit at home by yourself. И вы можете молиться Духом дома, сами по себе. When you're feeling close to God. Когда вы чувствуете близость к Богу. When you're experiencing His presence. Когда испытываете Его присутствие. You could even do it during worship. Даже можете это делать во время прославления, поклонения. Just as a way of allowing your spirit to pray to God. Как молитва вашего духа к Богу. So it's a choice. Поэтому это выбор. I want to share my experience with you. Я хотел бы рассказать из моего опыта с вам. I grew up in a home where my parents were ministers. Я вырос в доме, где родители мои были служителями. And they were missionaries. И они были миссионерами. And I accepted Jesus as my savior at a young age. Когда был молодым еще в раннем возрасте, я принял Иисуса спасителем. I think I was about 10. Где-то 10 лет мне было. And I went to church all the time. Постоянно я ходил в церковь. Every time the doors were open, постоянно двери открыли, двери были открыты, мы были в церкви. And I grew up loving God. Я вырос с любовью к Богу. But I had a hard time reading the Bible. Но мне трудно было читать Библию. I knew it was something every good Christian did. Я знал, что каждый хороший христианин должен это делать. So I would take my Bible. Поэтому я брал свою Библию. And
and try to read it, и пытался читать ее, but it was dry. Но было сухо все. It didn't seem interesting. Она не казалась интересной мне. And I had a hard time reading and understanding the Мне Bible. Было трудно читать и понимать Библию. My church was a church that did not accept the Holy Spirit. И моя церковь не принимала Дух Святой. They said, "Oh, yes, there is a Holy Spirit. We know Him." Говорят, что да, есть Дух Святой, мы знаем его. But there was never any teaching on the Holy Spirit. Но никогда не учили о нем. On the gifts of the Spirit. Или о дарах Духа. That was something that happened back in Bible times. Так как это все было тогда еще, когда Библия была написана. And we don't do that today. И мы этого не делаем в наше время. So, and especially the gift of tongues. И особенно дар языков. I never heard any teaching on that. Я никогда не слышал никакого учения об этом. And my thinking was that, oh, that's something that Satan gives you. И я так думал, что, ну, это сатана вам дает такое. And so I was very opposed to this. Поэтому я очень противился этому. But when I was a young man about 30, но когда мне уже было где-то 30 лет, I began, to read some books about the Holy Spirit. Я начал читать некоторые книги о Духе Святом. And I was amazed to see the power of the Holy Spirit in these stories. Я был удивлен той силой, которая была явлена через эти истории. People that did healing. Те люди, которые, через которых были исцеления, даже те, которые молились об воскресении мертвых. Так что в моем сердце возникла жажда, голод. Поэтому в один вечер, когда я был сам один, я, в принципе, тогда учил в библейском колледже. And I lived in the basement downstairs where the in the president's house. Do you have basements here underground? But what president's house? The president of the college. Ah. That's not important. But I was living in a basement. Я тогда жил как бы подвальное помещение этого директора колледжа, ректора колледжа. One night, all by myself, и в один вечер, сам еще когда я был, I prayed to receive the Holy Spirit. Я молился о том, чтобы принять Дух Святой. And I wanted the gift of tongues. И я хотел получить дар языков. And I had two or three strange syllables come in my mind. И два-три странных слога пришли мне на ум. And I began to speak them. Я начал говорить их. And in a few days, a greater flow of language came. И через пару дней больше как бы поток языка пришел, появился. I don't have any idea of what language it is. Я не знаю, что это за язык. Sometimes I wonder. Иногда мне интересно. Maybe it's like French or something. Может, французский или что в этом роде. But I began to feel something in my heart. Но я начал чувствовать что-то в своем сердце. Like water bubbling up. Как вода, которая бурлит. But I began to see a very big difference spiritually. И также я начал видеть очень большую разницу духовную. Because I became very hungry for spiritual things. Так как я очень стал жаждать духовного. And I began to read the Bible. Я начал читать Библию. And all of a sudden things I could understand what I was reading. И затем вдруг внезапно я начал понимать все то, о чем я читал. And it became alive to me. И она стала живой для меня. And I began to devour it. Я начал просто поглощать ее, Библию. And I began to understand spiritual things. И я начал понимать духовные вещи. That there were such things as evil spirits. Что есть такое, как злые духи, who wanted to oppress you or control your life. Которые хочет подавлять или контролировать вашу жизнь. So when I received the Holy Spirit, потому когда я принял Дух Святой, it was like my understanding was opened. Как будто мое понимание расширилось, открылось. Spiritual things became real to me.
И духовные вещи стали реальными для меня. So I believe very strongly that the Lord wants every believer to have the Holy Spirit. И поэтому я очень верю в то, что Бог хочет каждому дать Духа Святого. And to be able to operate in the gifts of the Spirit. И чтобы иметь способность проявлять эти дары Духа. Okay, I'd like to hear some of your experiences when you received the Holy Spirit. Хочу услышать также ваше свидетельство, некоторые из вас, как вы приняли Дух Святой. Would like to share a little bit about their experience. Кто бы хотел немного поделиться о своем опыте? Когда мы молились за человека, ходатайствовали за одного там. Once we were praying for one man, we were interceding for him. Были очень большие препятствия, такое давление сразу. And there was such a pressure and obstacles in prayer. Но потом мы начали петь, я тоже начал петь просто там ай-яй-яй-яй, нигуны. But then we began singing, like Jewish way of music, and began to sing. Mm-hmm. И плавно это переросло в языки. And I began to sing as well, and just naturally it turned out to be it turned into prayer language. И просто потом не хотелось всегда так оставаться в таком состоянии. And after that, I just wanted to pray that way all the time. Но потом это как бы иногда угасало. But sometimes it was was becoming less and less, like. Все. Кто еще? Я очень долго, как бы, была такая ревность к Духу Святому. I was zealous about Holy Spirit for a long time. И много лет я не могла быть крещена Духом Святым. Не знаю почему. And for many years I wasn't baptized by the Holy Spirit. I don't know why. Ну, как бы я сейчас понимаю, может быть, из-за незнания полностью, как это должно быть. I understand maybe it's because of lack of knowledge how it should happen. Но в прошлом году на праздник Хануки. But last year it was Hanukkah. 20 числа это был первый день Хануки. December 20th, it was the first day of Hanukkah. У нас дома собрались, был такой девичник. We had like many girls came to our house and we had celebration. И мы молились о нуждах. And we were praying about needs. И я попалась в последнюю очередь где-то. And I was the last one to be prayed about. И я сказала, что я сильно хочу крещение Духом Святым и говорение на языках. To be baptized by the Spirit and to speak in tongues. Девочки начали смеяться, ну, в хорошем смысле. And the other girls were like laughing, smiling. Они сначала мне объяснили, как это должно произойти, и first they explained how it should happen. И помолились за меня. And prayed for me. И когда мы закончили молитву, я отделилась. When we finished our prayer, I was separated. Я не заметила, когда прошло это время, но like где-то полчаса прошло, как 5 минут. And maybe there were like 30 minutes, but I felt like it was 5 minutes. That в которых я понимала, что я молюсь за всех своих родных и близких, and I was praying но that на time, языках. And I understood that I was praying about all of my relatives and I was praying in tongues. И Бог начал открывать мне и давать пророческое слово для некоторых из них. And God began to show me some prophetic words for some of them. И вот до сих пор это развивается больше и больше. And even until now it is still growing. По кругу. Куда? I just want to make a comment.
Хочу сделать комментарий небольшой здесь. Что большинство из нас очень открыто делились. И один-три человека еще вообще ничего не говорили. Я хотел бы от каждого услышать. Поэтому соберите со всей смелостью и поделитесь. Те, кто еще не говорил. Я тоже, когда пришла в церковь, и я узнала, что Бог крестит Духом Святым, но я еще тогда не покаялась. When I came to the church, I found out that God is baptizing by the Spirit, but I even didn't repent at that moment. И я очень хотела, чтобы меня тоже Бог крестил Духом Святым. And I wanted God to baptize me as well. И меня Бог крестил через возложение. And God baptized me through laying of hands. За меня помолились, и Бог меня крестил. And God baptized me. И я ехала домой. And I was going home. А у меня какой-то такой лепет детский. And I had this like child's Я очень боялась, что его не станет. Infant's Еду talk. И молюсь, молюсь. And I was afraid that it will quit. And I keep on praying, kept on Приезжаю praying. Приезжаю домой. When I came home. Бегом ищу место, где бы меня никто не трогал. And I quickly found a place that no one would get me. И я так плакала перед Богом. And I was crying before God so much. Я не знала, что у меня там идет изнутри. I didn't know what's going on inside of me. Я только одно знаю, что я ему все рассказала. Only I knew one thing, that I told him everything. Всю свою жизнь. All of my life. Я, наверное, целый день провела в этом молитве перед Богом. Probably all the day I spent praying to God. А потом почувствовала себя как маленьким таким ребенком. And maybe later I felt myself like an infant. Как только что родившимся. Just being born. И у меня ничего нет. Like my life was pure and clean. А потом Nothing я покаялась. Then I repented. А потом приняла крещение. And then I was baptized in the water. Я покаялась в пятидесятнической церкви, и там так все строго было, все в косынках, в юбках. I repented in a Pentecostal church. It was conservative and certain style of clothes. После водного погружения на следующий день. After the water baptism on the next day. Все так поздравили меня, и сестры окружили и начали молиться. All the sisters surrounded me and began praying. И я ничего не получила сначала. And I didn't receive anything. И потом пришла домой. I came home. Закрылась в комнате. Closed myself in the door. Села под одеяло. Covered myself with blanket. И говорю: Господь, что мне такое иметь, что я не что-то не понимаю. Я не лягу спать, я не засну, пока ты мне это не дашь. And I said, what is that? I don't understand, and I won't fall asleep. И всю ночь я вот ожидала, сидела там, ну, недолго. Начала молиться, Бог тут же пришел. Until you give it to me. И мои губы начали что-то произносить, помимо меня. И я так удивилась, и так было хорошо, такой восторг. Was surprised, because I began praying, and then God didn't delay. And на следующий день я перебежала, говорю, говорю. Next day I'm coming и to мы the уже church, вместе молились, общались, что вот так вот Бог таким образом. About my experience and like I'm speaking. So. Я познакомился с Богом чуть больше года назад. I met God maybe 1 year ago. Came to God. Находясь в реабилитационном центре. When I was in rehabilitation center. Там покаялся. I repented there. И приблизительно через 2 недели у нас была молитва общая, где молились за крещение Духом Святым. And approximately 2 weeks after that, there was a prayer meeting, and they were praying about baptism of the Holy Spirit. И вот у меня как бы и знаний о Боге не было никаких. And I didn't know anything about God. Совершенно ничего не знал. I knew nothing about him. И у меня после этой молитвы возникла какая-то ревность. And after that prayer, I had this great desire. Все окружающие как-то молятся на языках. That everyone is praying around. И такая молитва, ну, у всех есть, а я, ну,
полностью у меня ни слов не было. And that everyone is praying, but I didn't have any word. И такой молитвы на языках я тоже не понимал. I didn't understand. И я это начал искать, как бы я чувствовал, что после этой молитвы должно что-то произойти, но я ничего не ощущал внутри абсолютно. И вот после этой молитвы, примерно недели через 2-3, у меня так получилось, я на улице поднялся на горку. У нас напротив центра горка такая. There was a little hill outside on, in the street. И я остановился рядом с березой. And I went up to that hill and I stood against the tree. Начал там молиться. And began to pray. И вот моя молитва, она и словами, как бы она так раз, больше и потекла из меня. И потом она перешла в молитву на языках. In natural language, and then it flowed into prayer in tongues. И вот после этой молитвы я ощутил внутри такое тепло, присутствие. And after that prayer, I felt this warmth and presence inside. И вот тогда я первый раз почувствовал присутствие Божие. And then внутри. I felt God's presence for the first time inside of me. We're almost ready for a break. I'd like to say one more thing. Сейчас будет перерыв, еще хочу добавить одну вещь. There are some people that think to pray in the spirit that God has to come on you in a powerful way and just make you speak without you doing anything. Люди некоторые думают, что Бог должен сойти очень сильно так, чтобы ты начал говорить языками и ничего не делать для этого. И чтобы начать молиться языками, если это ново для вас, нужно делать свою часть. Нужно открыть свой рот и произвести звук. И затем Дух Святой начнет. И вы будете молиться языками. Моя мама замечательная Божья женщина. Я знаю, что она наполнена Духом Святым. Но она и отец, они были пасторами в традиционной церкви, которая не принимала говорение языками. И она всегда чувствовала, если Бог хочет, чтобы я говорил языками, Он заставит меня сделать это. Но это не совсем так, как это происходит. Нужно начать и произнести звук. Одну историю я читала о одном молодом человеке, который хотел научиться молиться языками очень сильно. Очень часто он выходил вперед в церкви. Люди молились с ним, молились за него, чтобы он принял Духа. Но ничто не происходило. Один день приехал миссионер из Китая и проповедовал в их церкви. И снова он вышел, чтобы молиться о принятии Духа. И он уже устал от ожидания. И он говорит, ладно, я это сам сделаю. И он начал сам придумывать звук и говорить. И все вокруг возрадовались. So и они говорят, вот этот брат, мы о нем так сильно молились, долго молились. Наконец-то дошел до дара языков. Them, он говорит, извините, что я разочарую вас.
Я просто это придумывала. Но миссионер, который проповедовал в тот день, сказал, что ты говорил на совершенном китайском языке. Поэтому мы, по крайней мере, должны иметь желание начать говорить. И затем Дух Святой вступает. И пару из вас молились о том, чтобы принять дар языков вчера. И хочу ободрить вас, чтобы вы начали говорить, начать произносить понемногу. Иногда все, что происходит, приходит только пару слог. Просто говорите это, и больше придет.